На протяжении всего дня в Щелковском парке культуры и отдыха проходили развлекательные мероприятия. На сцене выступали артисты со всего городского округа. Мне кажется, порой, что солдаты с добавы не пришедшие твои, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые. В этом году 9 мая стало поистине особенным. Приехал даже Московский губернский театр. Оркестр Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова выступил для жителей на ступенях Щелковского районного культурного комплекса. Основными произведениями, конечно, стали военно-патриотические композиции. День Победы, как он был от нас далек, как в костре в тучах таял уголек. Были верстки, обгорелые в пыли, этот день мы примечали, как могли. Это день победы, порохом права. Это праздник зеленого листа. Завершился праздник традиционно красочным салютом в честь победителей в Великой Отечественной войне, который собрал в парке большое количество жителей. Ветераны, участники Великой Отечественной войны, внесли огромный вклад в то, чтобы сегодня мы с вами могли праздновать День Победы и находиться здесь, в парке городского округа Щелково. Сегодня говорим им отдельные слова благодарности и низкий поклон от всех нас за наше счастливое будущее. Я попрошу всех вас присоединиться и произвести обратный отчет старту праздничного салюта. 10, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Салют! Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».